Результаты испытаний, приближенных к реальным условиям, показали, что новый ПИТ должен обладать удобным держателем, чтобы удержать, когда трудно держать, тонным открывателем и поворотной крышкой, чтобы открыть, когда нечем открыть, заметной этикеткой, чтобы даже когда не видно, стало видно. Испытайте и вы обновленное пиво ПИТ с его легким насыщенным вкусом. ПИТ понимает мужчин и меняется к лучшему.